Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что же, я продолжаю свои задания за растения. И самое сложное у меня впереди. Это конец зомбополиса. Здесь у меня босс, которого я уже, наверное, раз 6 или 7 пробую победить, и не получается. Вот сейчас буквально сделал себе еще небольшую такую командочку. У меня новый герой, которого звать Капитан Огонек. Я им играю сейчас в первый раз. Ну что же, поехали выполнить миссию. Мы играем против супермозга. Сразу скажу, ребята, если проиграю, не обессудьте. Так, давай выбирать. Значит, нам нужны такие карты, чтобы недорогие были по энергии и в то же время эффективные. Ну, блин, я не знаю. Давай вот здесь, наверное, уберем. Во, вот так вот сгодится. Ход зомби. Может, он еще и умнее, чем кажется. Супермозг начинает игру с плюс одной картой. Вот в этом вся большая проблема. Ребят, у него в руке очень много карт, в отличие от меня. Так, что у нас делает этот гриб? Кто-нибудь помнит? Антигерой. Окей. Давай его, наверное, сюда поставим. То есть, если он сюда выставит какого-нибудь зомби, у меня сразу же атака понизится до единички. Он вытягивает две карты. Он начинает опять вот ерундой заниматься. У него карты здесь имбовые, я тебе серьезно говорю. Угу. Сейчас будет свои надгробия тут выплескивать, как всегда. У нас с вами две энергии, что я могу сделать? А это что такое у нас? Растение наносит бонусную атаку. Ну-ка, давай. Опа. Хе-хе-хе. Ну, на три неплохо мы вжарили ему. Сейчас начнется. Он сейчас, понимаешь, он копит, а потом начинает выкладывать такие лютые картишки, что мама не горюй. Началось у него вот это вот. Так, что мы с тобой можем сделать? Мы можем с тобой поставить сюда... Нет, абрикос мы не можем сюда влепить. Ну, давай я его поставлю сюда. Сейчас здесь какая-нибудь имба вылезет у него с этого надгробия, больше чем уверен. Тоже антигерой, да? Ну, конечно же, он сейчас моего героя уничтожит. Упс, нифига ты там себе понатыкал. Так дело не пойдет, парень. Так дело не пойдет. Мы можем что сделать? Мы можем ему нанести 3 единицы урона. Или же можем поставить так. Растение здесь и поблизости получает плюс 2. Окей. Сделаем так. Кто здесь вылезет? Ну, только не этот. Только не этот. Сейчас начнет здесь разбрасывать, ребята, свои надгробия. Так, мы уничтожили этого хмыря на помойке. Так, что нам тут сейчас дадут? Так, ну это ладно, это ерунда для нас, в принципе. Вот этот, да, его надо уничтожать. 3 единицы урона, да, мы можем нанести с тобой. Ну, наверное, мы вытянем 2 карты, во-первых. Оу, шикарно. Блин, я даже не знаю, что мне делать. Бомбить его сейчас или не стоит? А вдруг здесь... Ладно, пропустим ход. Ох, ё-моё, вылезло. Чудо гороховое, блин. А тут еще не легче. Так, у него 3 хп, ребята, осталось. 3 всего лишь хп. Что мы с тобой можем сделать? Мы можем применить атаку вот эту вот. Ух ты, растение получает плюс 4. Хе-хе, давай-ка вот сюда сделаем. Бамс! Друзья мои, неужели это какое-то чудо? Это чудо! Причем так легко его разобрал сейчас. Победа растений. Слушай, огонек этот имбовый мне понравился на самом деле. Ух ты! 100 карточек получили. Шикарненько. Ну что же, супермозг отвлекся. Пора наступать. Атас, вы сразили супермозга. Но я сошел с ума, или это журналистик кого-то напоминает? Кого-то напоминает. А вот это супермозг смылся. Он переоделся в журналиста и убежал. Окей. Так, мы выиграли игру и получаем 10 гемов. Ну что же, ух ты. Тут еще 10 гемов заработали. Солидно. Капитан Огонек. Применяйте бонусные атаки Капитана Огонька в бою. Я так и буду делать.
Ну что, я думаю, мы еще с вами пойдем. И у нас 9-я миссия — битва за конвейер. Колоду менять пока не буду. Посмотрим, как она себя здесь проявит. Поехали, начнем. Вау. Да-да-да. Новое сообщение от безумного Дэйва. Тема — разгром. Захват? Разгром громит наше растение, используя приемы рестлинга и свое безумие. Слушай, ну этот чувак, насколько я помню, разгром, у него карты массового поражения, причем довольно сильные. Так, мы с вами на арене, да? Спорогрипп. Слушай, ну в принципе все устраивает, кроме вот, наверное, вот этого. Ой-ой-ой-ой, давай-ка заменим. Отлично, вот так вот мне нравится. Ход зомби. Начинается у него сразу, видишь, у него сразу какие вот карты имбовые. Так, когда растение проводит бонусную атаку, вытяните карту. Ё-моё, какого фига ты стал плюс 3-то? А ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Сейчас он, конечно же, уничтожит мне, да? Плюс 4 уже он. Ага, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай, бомби. Почему он не стал бомбить в него? Окей, что это у нас? Растение получает плюс 4 к здоровью, верно? Применяем. А, к атаке. Ой-ой-ой. Я думал, к здоровью. Ну тут обмен у нас, тупо обмен. Ладно. О, неплохая карта выпала мне. Так, ну это ладно, это фигня. Мы с тобой знаешь, что сделаем? Нанесение 2 единиц урона. Сразу, да? Нет, не сразу. Зомби получает еще плюс 2 к хп и 2. И уничтожает меня. Да ты оборзил, что ли? Ну я, ребята, его уничтожу сейчас. Сейчас он бомбанет, конечно же, и я его нафиг свалю. Я его свалю вот этим вот. И вот этого тоже, кстати, забомблю. Двоих сейчас уничтожу. Первого вот этого. И второго вот этого. Хе-хе-хе. Все. У него, кстати, 3 карты осталось, а у меня 2. Что он сейчас будет выкладывать? Воу, вот это, кстати, классная картишка мне выпала. Блин. Ну, у нас есть вот эта штука. Да-да-да-да-да. Иди-ка отсюда. У него, короче, сейчас будут такие вот жесткие карты, я так понимаю, да? По плюс 5, по 6 там урона. Ход зомби, кого он выставляет? 2 слабачков выкинул он здесь. Ну что же, я тогда сделаю, знаешь, как? Наносит 2 единицы урона каждому зомби здесь и поблизости. Создание — горячая лава. Здесь при игре на земле. А мы на земле, вот это, по-моему, земля, да? Или здесь везде земля, я вот не пойму. Ладно, поставим сюда его. А, так это одноразовый. Печалька. Но зато сюда вот уже он никого не посадит, потому что здесь лава. Ну давай, что ты там придумал? Ничего нету. Ух, родной. А мы вытягиваем наши карты. Оу, круто. Еще давай вытянем. Нам нужно с вами руку набить. Отлично. Пропускаем ход. У него тоже там, я смотрю, с картишками-то туговато. Так, мне горохострел выпадает. Так, а он ой, опять этого, а, вытягивает. Ну, я думаю, что мы с тобой, знаешь, что можем сделать? Вытягивание 2 карт. Сделаем с тобой так, и знаешь, что еще? А, это все грибы получает, а это у нас базука, это не годится. Я могу прикрыть. Нет, не могу. А как же... Подожди-ка. Хм. Хорошо. Давай тогда сделаем так. Ребят, пока по хп... Да иди ты... Ты посмотри, что сделал, а. Ёлки ты палки. Еще и мне дал, да? 2 раза атаковал. Офигеть. Орех, зачем тут орех? Ну зачем ты тут появился, а? Так, давай сделаем сюда. Горохострела выставим. Антигерой. Вот так вот. И капусточку. Капусточку я выставлю вот сюда.
Ну что он на это скажет? Паренек с гармошкой. Окей. Пока, прощай. О, смотри-ка, 9 хп у него всего осталось. Ему не нравится. Ай, как не нравится мой вот этот дуб. Я знаю, что он очень недоволен. Так, ставим сюда грибок. И давай, наверное, вот так вот сделаем. О, шикарно. Ну-ка, что он на это? Что он делает? Блин, опять ты достал уже, а? Получи. Слушай, а он что, себе здоровье восстановил маленечко, да? У него было же 8, 9 единиц. Бух. Офигеть. Сделал такую атаку, да? 2 единицы здоровья у него остается. И давай мы, наверное, усилим все наши растения. Это во-первых. Ай, шикарно. Блин, надо было вначале вот это поставить, а потом усилять. Как всегда, необдуманно сделал. Ну что, как тебя там звать? На-ка. Вот тебе и весь рестлинг. Победа растений. Слушай, мне нравится наш герой, вот этот вот. Крутенько он себя ведет на самом деле. Ох ты, 100 геймов. Дальше. Ну что, поехали тогда следующую миссию попробуем. Битва за конвейер. Капитан Огонек. Мне нравится этот чувак. Ну, понимаешь, капитан капитаном. О, супермозг вернулся. Капитан капитаном, но здесь еще не только от героя, конечно же, все зависит от того, какие я карты взял. Понимаешь? Эти карты я сам себе в колоду собирал. Так. Что там при появлении надгробия? Что? При появлении зомби из надгробия этот зомби получает 1 плюс 2. Ого. Это мне не надо. Этого надо уничтожать. А мне нечем. Понимаешь? У меня самое маленькое это за 2 маны. Хорошо, что у него 1 единица урона идет. О, солидный чувачок выпал мне. Так, а вот это плохо. Подожди, это амфибия, что ли, у нас получается, да? Ее отсюда нафиг убрать надо. С 3-мя-то единицами атаки. Конечно, надо убирать ее сразу же. Так, еще один урон нанесли нам, да? Так, справи гриб. Блин, он все не успокоится. Ты посмотри, он, видишь, мозги эти берет, и у него... И у него энергия. Обалдеть просто. Просто обалдеть, ребят. Ну что, я тогда делаю, наверное... это фигня получается. Давай, наверное, мы с тобой сделаем... Вот так вот. Я не знаю, кого он сейчас здесь выплодит. Знаешь, кого мне не хватает здесь? Ее просто. Так, что мне дадут? Так, это что у нас? Блин, достал уже, серьезно. Ход зомби. Они не прип... Сейчас, если родится, этот еще получит, да? Или вот этот вот получит еще энергии. Почему я не могу использовать? Растение получает... А, плюс 4, это на мои растения. Все не то и не так. Хорошо, сделаем, наверное, с тобой... как быть-то... Давай вот сделаем так. И вот так вот. Но. Тут, по ходу дела, мы с тобой сфейлились, да? Вытягивает еще 2 карты. Да прикинь, у него карт нету. Он сейчас за счет вот этих 2 карт, наверное, меня и порвет. Защита, хорошо. Это что у нас? Наносит 3 единицы урона зомби. Ну давай вот этому. Так, вообще у нас плохие дела на самом деле. Очень плохие. Опять это надгробие здесь. Короче, сюда я поставлю спорогриб. Вот сюда мы поставим огненный горох. Так, растение получает плюс 4. Это к атаке. Плюс 4 к атаке. И, наверное, вот здесь вот я даю другому растению плюс 2. Того и того. Так, наверное, вот сюда вот мы сделаем. Ну что, друзья, давай смотреть. Так, этот рикошет, да? Ах, ты бесявое хмырье, а. По-моему, фейл, друзья мои. Угу. К сожалению, фейлимся. Вот они, 2 последние атаки. Хорошо, хорошо.
Здесь, знаешь, что я тебе скажу? Если здесь у нас мегамозг этот, да? У него такие вот колоды, карты, точнее, которые дают надгробие, да? Из надгробия получается зомби с определенным бонусом. Значит, нам надо немножко другого героя с другой командой. Давай-ка мы с тобой выберем, знаешь, кого? Можно, в принципе, посмотреть мои заготовки, которые у меня уже, как говорится, есть здесь. Так, капитан Огонек, предположим, пока подождет. И возьмем с тобой, ну вот, например, нашу зеленую тень. Вы помните, да? Когда-то давненько мы неплохо справлялись именно этой командой. Давай посмотрим, что у нее в руке. Так, ну, в принципе, неплохо. Можно кое-что заменить. Во-первых, нам пригодится вот эта вот карта. Эта карта убирает надгробие. Нужна? Я думаю, что нужна. Пригодится? Естественно. Так, теперь меняем. Вот это я, наверное, удалю отсюда. Слишком... Так, морозный нам пригодится. Вот это вот, слишком много вас тут. Три стрелов. Так, и берем с тобой, значит... О, вот этого, кстати, можно взять. Слушай, а что он такой старый? Старый, пожеванный. Ну, вот это надо. У нас сколько? Есть. Во-во-во, еще местечко есть? Подожди, а почему 40? 41 это уже перебор. Надо нам что-то убирать. Давай вот этого уберем. Амфибию. А она вообще нам нужна? Здесь, по-моему, нет воды или есть? Что-то я как-то не посмотрел. И давай еще все-таки возьмем одну. Нет, ну этих три стрелов что-то у нас тут много. Давай немножко уберем их. Подожди, одного надо все-таки добавить. Так, и еще мы с тобой возьмем. Пенек, я не думаю, не стоит брать. Вот это вот добавим. Вот, вот этого паренька. И все, друзья мои. Ну что же, берем вот эту вот колоду с вами, да? Как две горошины. И будем именно ей играть. Поехали. Ну, я тебе супер-мега-мозг сейчас устрою тут карнавальную ночь. Надеюсь, меня не подведет. Так, гриб уберем. Да я хотел убрать и, ну, заменить. Давай заменим, потому что, ну, слишком много энергии стоит. Здесь тоже. Ну, в принципе, ладно, поехали, друзья. Поехали. Мне нужен подсолнух. Но подсолнух дается только в других колодах. Здесь его нету. Пропускаем, у меня нечего выставлять. Начинается все от двух энергий. Ага, поехали. Сейчас мы с тобой... Что он там выставляет, блин? Давай вот так вот, команду. Ну? Ага. Тупо обмен сейчас у нас произойдет. Тупо обмен, хорошо. Тут вода, так ведь? Это вода, друзья мои. Поэтому я сейчас сюда поставлю... Вот так вот, амфибию, конечно же. Посмотрим, что он тут сможет сделать. А мы сейчас тоже его... А, он сразу бомбил, да, когда появился? Понял. Все, я понял его. Так, надгробие? Надгробия здесь не будет. Вот так вот я тебе скажу, парень. Замечтался. Так, и мы можем с тобой, в принципе, рикошетнуть случайного зомби. А это что? При нанесении урона зомби... Рикошет зомби. Такой старый. Иди отсюда. Уберем, короче, вот этого чудика отсюда. И бомбим. Давай. Так. Отлично, 12 хп у него всего лишь. Он сейчас начнет выставлять, ты не волнуйся. Сейчас у него тут бзикус такой пойдет. Вот, например, видишь, прочерк сосисочника вызвал. Так, надгробие. Ну, мы с тобой, знаешь, что можем сделать? Можем сделать удобрение. Но я хочу вот здесь вот перестраховаться. Я не знаю, кто отсюда вылупится. О, ну, в принципе, везет. Да как ты, почему ты два раза-то бомбишь, а? Так, растение получает 2 плюс 2. Давай сюда вот. А как сейчас мы ему всыпем-то? Сейчас, как мы ему на пятерочку-то? Ну что? Мы можем с тобой... Да ты достал уже. Укрепляем... Не, подожди-ка. Так, когда растение отсюда наносит урон зомби-герою, вы вытягиваете карту. Угу. Ну, тогда мы с тобой сделаем немножечко по-другому. Во-первых, я прикрыть не могу, да? Тогда усиляем. Окей. Теперь поставим с тобой капусту. И все, да? Ну что? А, рикошет, блин, кого убирает? Амфибию убрал мне, а, гаденыш. Ну-ка.
Отлично. У нас 8 хп, у него 7. Ход зомби. Опять свои надгробия будет. И опять прочерк поставил, да? Ладушки, я ставлю сюда амфибию. Погоди-ка, давай вот так вот с тобой прикроемся. Кому нам? Давай-ка вот сюда, наверное, мы поставим усиление. Ну что же, давай смотреть. Ох, ё-моё, сейчас на 5 еще звезданет. Блокировали удар, отлично. Так, нанеси 5 единиц урона по средней линии, вот этой, да? Окей, давай нанесем. Там как раз сейчас на 8 урона ему прилетит, ты прикинь? Смотри, сейчас что будет. Ах ты упырь. Он вытягивает две карты. Ну слушай, ну мы сейчас смотри, что сейчас сделаем-то с ним. Сейчас у меня... Ать, 2 хпшечки осталось. Слушай, ну у нас тоже 5 всего лишь единиц. Так что радоваться рано, он сейчас кого-нибудь влепит здесь. Видишь, заблокировался. Значит, что мы с тобой сделаем? Нам главное прикрыться здесь, да? Значит, мы берем с тобой двойной удар. Возьмем капусту. Лишь бы он кого-нибудь не убрал. Лишь бы он кого-нибудь не убрал. И поставим с тобой... Ну, а, на земле только, да? Вот так вот. Ну что, поехали. Сейчас все решится. Так, уберет капусту, я не сп... Ага, а на воду-то не смог, а хотел бы на воду переместить, но не тут-то было. Ребята, короче, амфибиям... А, даже вот здесь. Ай, мегамозг, ё-моё, супермозг. Слушай, ну я ведь говорил, что горошина меня не подведет. И она меня не подвела, и это классно на самом деле. Ну что ж, давай тогда еще одну, раз такой кураж пошел. Самое, знаешь что, неизвестно какой босс у нас будет, понимаешь? Я вот могу взять, выполнить миссию, но кого они мне подсунут? Дзынь, пора отобрать колокольчик у этого громилы. Ты дынь, чему ему врезали? Ага, а он в ответ ногой мне, хована. Хм. Блин, опять разгром. Ё-моё, надо было брать этого тогда мне сейчас. Огонек, естественно, огонек. Что мне? Твою же маковку, блин. Хорошо, давай менять с тобой этот гриб. Вот это тоже надо поменять. И здесь. О, надгробие минус, это хорошо. Ну что? Кого он сейчас начнет? Ну, естественно, естественно. Кто бы в этом сомневался. А мы с тобой вот так вот сделаем. Обмен. У меня 2 единицы урона, да? Ему 1. Угу. Так, ну я в принципе... Ага, вот так он делает. Этого я законтрить могу сейчас. Вот нам придется вот так вот просто, ну, тупо по... Что? Как он получает плюс 3? Так, при попадании растения на эту... А, на эту линию. Вот оно что. Хорошо, что я поставил огненный, да? Сейчас... Что он там делает опять? Безумие. Офигеть. Смотри, что он сделал себе. Твою же маковку, а. Ладно, кого он сейчас поставит? Никого? Двойной удар. Блин, я совсем забыл, что он это. Ну давай, горох, бомби 2 раза. Раз. А второго раза нету, да? Понятно. Я не хочу его убирать на самом деле, потому что он опять его высунет здесь. И начнется эта петруля. Ход зомби. Слушай, а с броней это плохо. Короче, мы с тобой вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. 5 единиц. Мы его сразу уберем или нет? Отлично. Хорошечно. Этого я все-таки сдую от греха подальше. Поехали. Ребята, 1 единицу урона. Тресь. Так, у меня есть минус надгробия, да? Он же, по-моему, не использует надгробие здесь. Или использует? Нет. Ой, ё-моё, да какого лишь ты сделал-то? Вылупил мне этого хорька здесь. И как мне его атаковать? Давай так. Давай так. Я могу еще, конечно, пенек здесь выставить. Вот таким вот образом. Перестраховаться, так скажем. Но он сейчас что-нибудь чуданет опять. Минус пенек. Эть. Так, морозный горох. Ага, выставил, да? Слушай, если мы ставим на линию, он получает 1 плюс 1, так ведь? Так, поэтому начнем.
Тут обмен, тут уничтожаем, а этот Хариус остается. Слушай, ну понимаешь, вот мне здесь вот горошек наш вот этот. Нам не нужен герой этот. Ты понимаешь почему, да? Потому что он надгробия не вызывает. А у меня все заточено именно под это. Нет, смотри-ка, вызвал надгробие. Пошел отсюда. Так, выставляем сюда. Опа, 7-3, нехило. 7-3, нехило. Мы можем еще с тобой вот так прикрыться. Амфибия, подожди. Амфибия? Ага. Ха-ха-ха, а он не любит амфибии. Ну-ка. Ты дыч, неплохо на семерочку, да? Прилетело чувачку. Так, еще дополнительную карту он себе берет. И что он хочет сделать? Уничтожает, да? Вот за серия. Я же говорю, что он не любит амфибий. Зомби, стой на это так. Опять же, непонятно, кто там будет. Я выставлю вот так вот. А че он радуется-то, я не могу понять. Че он радуется? Слушай, у нас нету добора. Добора карт. 5-9. Ё-моё. Пять-девять. Неужели опять фейл, а? Хм, он замороженный, так? Пока. Опять с броней. Добора нету, ребят. Короче, горошина здесь не оправдала себя. Не, так, это что? Растение получает 2 плюс 2. Ну давай. Не добили даже этого ханорика. Короче, берем с вами в следующий раз, скорее всего. Так, у него 5 к атаке будет, да? А у нас выбора нету. Или здесь? Нет, здесь. В общем, друзья мои, здесь мы с вами опять же проигрываем. Возьмем, наверное, с тобой огонька. Что он там? Перемещает растение? Куда? Твою же налево. Специально убрал, ты прикинь? Чтобы звездануть. Гад вонючий, а. Окей. Тут я продинамил. Ну что же, нас ждет с вами другой герой. Где мой огонек? Мы можем взять с тобой сила перца. Но я все-таки хочу взять нашего. Ну где он? Господи, огонек-то мой, родной. Капитан Огонек, ты где? Куда ты запропастился? Что-то я не понял, а где он? А, вот он. Вот он, конечно же, вот. Так, посмотрим еще раз на его колоду. Угу. Так, добор есть, лава. У нас в основном здесь на уничтожение таких довольно сильных персонажей. Довольно сильных персонажей. Я думаю, что он нам как раз здесь и зайдет очень хорошо. Как раз против вот этого вот мегамозга. Поехали. Нет, у нас разгром. Какой мегамозг? Разгром, конечно же. Конечно же, разгром. Так, ну в принципе, меня устраивает здесь все. В принципе, да? Поехали. Так, ход зомби. Понеслась, да? Сразу же. 1-1. Так, а что-то он делает? Питомец зомби. Еще одного вызвал, да? Мы с тобой можем нанести 3 единицы урона зомби, но я не буду тратиться. Потому что, ну, не стоит пока. Атакует. Кого вызовет дальше? О, вот это хорошая штука. Пока всякую ерунду он. Так, все грибы получает. А этот? Нанесение 2 единицы урона. Давай, выставляем сюда. Погнали. Зомби получает. Блин, да ты у него, видишь, на все есть, блин. Отмазка. На все, абсолютно. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы с тобой еще что-нибудь тут покумекаем и придумаем. Ход растений. Так, сколько здесь? 3 единицы урона, да, наносим? Погнали. Что такое? Минусуем. Так, и сюда. Просто по обмену, ребят. По обменчику. Так, уничтожает растение, что? Два или меньше? Блин. Но он тоже потратил, да?
Я одну единицу урона получаю, но он потратил довольно хорошую магию. О! Так, мы можем... 4 единицы. Плюс 4 единицы здоровья. Так, подожди секунду. Что ты делаешь? Антигерой, нет, ты не подойдешь. Вот так вот мы с тобой сделаем. Что-то как-то с энергией вообще у нас плохо все на самом деле. Минус, опять. Все-таки он... О! Слушай, а это что у нас тут? Растение получает плюс 4. К атаке. Блин, жалко, амфибии нету. Я бы... Да ё-моё! Давай, давай вот эту вот штуку применяем. Фух. Готов, да? Парень. Он опять сейчас звезданет мне. Так, ну ладно, пока будем думать, что нам выставить. Добор. Да ты достал своих вот этих вот паршивцев-то в это, доставать-то здесь, а? Тянем две карты. Растение здесь и поблизости. Ну, давай вот так вот, наверное, с собой сделаем. Сюда. И вот сюда. Ну, посмотрим. Ну, естественно, мой этот... Ну, дуплица, понятное дело. Да что ты две атаки-то делаешь, блин, гнида? Ты достал уже, блин. Две атаки сразу делает кряду, блин. Вообще борзел просто. Надгробие, блин, долбаное, а. Что я могу сделать? Добор. Конечно, добор нам надо делать. Опять мы, опять тут фейл у нас получается. Давай вот сюда поставим этого. Сюда вот так вот. Нет, просто... Сейчас будет что-нибудь чудить. Вот, вот поверь мне, сейчас что-нибудь влепит. 5-9. Вытянет вот этого, да? Ну, понятно, кто бы сомневался, друзья мои. Ну, кто бы мог сомневаться, блин. Зашибись, блин. Что это? Растение получает 2 плюс 2. Зачем? Сохранить. Почему, блин, ты, упырь, мне делаешь 2 атаки? Какого лешего? Так, все гаргантюа обладают способностью безумия. Если уничтожает растение, атакует снова. Вот так вот, ребята. Вот тебе и весь расклад до копейки. Короче, я не знаю, что нам тут сделать. Мы тут всфейлились, все, сейчас он меня раздавит. И все эти гаргантюа. Слушай, я знаешь, что могу, ну, предположить? Если мы с тобой, например, наберем карты, которые у нас, например, уничтожают сразу же этих гаргантю. Давай-ка выберем с тобой изменить побольше, побольше вот этой вот. Где она у нас? А ее у нас уже нету, да? А всего сколько у нас здесь в руке их? Одна штука. Угу, одна штука. До этих я не доживаю, да? Чтобы выставить их до лавы, я тоже почему-то не успеваю... Этих надо убрать. Слишком много у нас тут добора, мне кажется. И надо брать именно сильных, сильных растений. А у меня сильных растений-то и нету. Понимаешь? Вот именно на капитане огоньке нету сильных растений. Могу взять пенек. У меня пенек есть? Пенек нету. Пенек будет, как тебе сказать, типа защитки. Типа защитки, да? Хм. Ну, давай вот так вот попробуем добавить. Что, все? Еще, ребята, еще одна попыточка. Если у меня не получится победить нашим огоньком, переключимся тогда на наш супер орех. У него карты идут чисто на защиту. А, как ты понимаешь, с этими гаргантюа... Нам нужны такие ребятушки. Так, здесь все отлично, отлично. Так, это 3 единицы урона. Вот это поменяем. Ой, елки, поменял, блин. Ух, ядрить тебе на корень. Это же для поздней игры, зачем вы мне их сразу-то так, а, выдали? Ну зачем? Нет у меня сейчас, нечем атаковать. Сейчас начнет плодиться, да? Начнет плодиться, ребята. Сейчас еще какую-нибудь панкушу здесь выставит. Блин, горелый. Нет, не выставил. Ну давай вот так вот сделаем. А, у него уже шар, по-моему, есть, да? Уничтожает который. Ты смотри, а. Вот лопух. Вот лопух он какой, а.
Ладно. Добор, может быть, сделать. Сейчас посмотрим. Он ничего не делает. Слушай, или же... Давай вот так вот сделаем с тобой. Поблизости здесь получают. Получают. Что он опять? Что он опять там делает? Ты меня достал, тебе серьезно говорю. У него, блин, на все, как всегда, есть как, какая-нибудь отмазка, ты понимаешь? Фух, так, мне бы 6 плюс 4 единицы здоровья. Ну вот, а вот откуда он взял его? Вот, иди отсюда. Вылупился мне тут, довольный стоит. Так, выставим вот так вот. Может быть, отсюда кто-нибудь хорошенький вырастет. Бам, неужели мы нанесли ему первый урон? Кто? Превращение из рассады. Ну, естественно, он сразу ставит броневика. Так, что у нас? Нанесение 2 единицы урона. А что такое синтез вообще? Для использования способности необходимо разыграть ее растением. В плане разыграть ее растением. Что за бред? Так, что у нас здесь? Растение наносит бонусную атаку. Не знаю, ребят, что за бонусная атака. Опа, а вот это классно. А вот это хорошо. Это хорошо. Слушай, ну у него броня. Мы ее... Что он опять делает тут? У него очень много заклинаний. Вот что я тебе скажу. Уничтожим? Фиг там. Не вышло ничего, шарики. А мой цветочек не сможет больше атаковать. Слушай, у него то гаргантюы идут, то броневики одни. Ты посмотри. Ага, а этот парнишка-то тебе не по зубам будет, верно? Ну, он сейчас какой-нибудь рикошет влепит. Вот смотри. Сейчас что-нибудь собачит. Нет, смотри-ка, ничего не сделал. Удивительно прям. Оу. А сейчас начнет, да? Так, ну этого мы уничтожим, это понятное дело. Ничего страшного, так сказать, нету. Антигерой. Ах, сейчас он будет... кипяточком, как говорится. Так, растение наносит бонусную атаку. Бонусную атаку? А ну-ка. Найс. Ох, сейчас вот этот как ему всыпет. Ой, друзья мои, по-моему, очень хорошо у нас все получается. Так, наносит 3 единицы урона зомби. Нет, я приберегу. Я приберегу, потому что он сейчас начнет тут выставлять. Я больше чем уверен. Ход зомби. Ну что, понеслась, да? Здесь стопудово этот гаргантю или как вот там. Усиляемся. Угу. Так, далее мы с тобой... Ага. Вот так вот сделаем. Давай, наверное... А вот сюда вот прибавочку сделай. Нормулька. Ну-ка, смотрим. 5-9. То есть он не снесет дуб. Что это он там? Он себе... Он, блин, себе хп восстановил. Ты прикинь? Что это сейчас он тут делает? Не знаю, ребята, какое-то безумие он там себе включил. Твою же налево. Ход зомби. Так, у него, походу, дела ничего нету. Сколько мы тут наносим? 3 единицы урона. Пошел отсюда прочь. Окей. Так, дальше. Ай, вот этот парнишка-то хорош, хорош. Так, давай мы с тобой, наверное, поставим вот эту вот фасолинку. Пускай она прорастет. Слушай, а по-моему, ему крышка. Тебе не кажется? Да. Господи. Наконец-то я его одолел. Ну, повезло нам. Победа растений. И еще 10 карточек нам в карман, ребята. К нам в карман. Ну что, будем еще один бой делать? Я думаю, что стоит, да? А на ринге уже мы с тобой встретимся с самим боссом. Опять же, не знаю, кто здесь будет, но я думаю, что здесь нам не огонек нужен будет, а возьмем с тобой, наверное, наше солнышко, да? И посмотреть их... Так, посмотрим, что у него здесь. Да ну, это бред какой-то. Какая-то колода по стандарту, это бредовая. Давай глянем, что у нас вот здесь вот с тобой. Ага. Так, ну, в принципе, неплохо. Есть и сильные, да. Но есть у нас новые, не забывайте, новые, ребята.
Я хоть и не снимал, но играть играл в эту игру. Давай уберем с тобой персик, две штуки. И поставим вот этого вот. Добавить хотя бы одну. Вот это тоже нам нужно будет, добавляем. Так, сколько у нас? 40 из 40, да? То есть больше мы с тобой... Так, секундочку. Мне надо убрать кого? Вот этих вот грибов у нас что-то слишком много. Я хочу взять подсолнух. Подсолнух нам будет давать дополнительно одну единицу энергии. Кабачков слишком много. Ну ладно, пускай стоит. А этих-то что так? Зачем мне столько много тыкв? Это не дело, ребят. Вот, вот этого красавчика я возьму. Братство фасолевых, не знаю, нужно или нет. Вот это вот надо будет. Четыре... Ну что, ребят, попробуем, да? Изобилие споров, я выбираю именно вот эту колоду. Изобилие споров под номером 2. Выбираем. Ну что же, давай посмотрим. Хотя, кто? Профессор Мозг-Атака. Слушай, я не помню такого, если честно, профессора. Я даже не знаю, какая у него сборка карт. Поехали, да? Слушай, ну меня, в принципе, здесь вот устраивает все. Это, как говорится, ранняя игра. Очень хорошо. Ход зомби. Что он будет выставлять? Ничего. Это классно. Так, если используется ландшафт, это 1 плюс 1. Ландшафт. Ну-ка, это ландшафт у нас? Балалайка это, а не ландшафт у нас. Что, да ты достал? Ты просто достал уже, а? Подожди-ка, просто плюс 4 хп? Что, что это за бабка такая? Ладно, может быть какой-то сейчас подвох? Ага, теперь я понял, в чем прикол. Все зомби на земле получают минус 1, минус... Ага, вот это то, что нужно. Они на земле стоят? На земле. Вот так вот. И сразу же с тобой, наверное, сделаем атаку. А почему ты не атакуешь? Ты же должен атаковать. Кукуруза. Ты должна была сразу бомбить. Как я только тебя выставил, почему она не стала атаковать? Ну ладно, обменяемся, фиг с ним. Так, бабка отдуплилась. Ход зомби, кого он будет сейчас? Блин, надгробие. Я не знаю, что там в этом надгробии у него находится. Понимаешь, не знаю. Давай вот так вот сделаем. Так, и колокольчик, ё-моё. Сейчас как вот из этих надгробий, ну вот, видишь. Сразу же, причем как только появляется, он сразу делает атаку. Офигеть. Слушай, у меня доборы... Были карты добора или нет? Что-то я смотрю, у меня как-то вообще плохо с рукой-то. Что это делает? При исцелении растения или вашего героя столько же урона наносит зомби-герою? У меня нет... Что он там опять? Зомби-астронавта какого-то размещает? Блин, ну я тебе говорю, как все, как специально все делает, а? Давай этого бомбанем нафиг, ядрень фени. Так, у нас есть кабачок. Кабачок, я думаю, лучше приберечь, да? Против каких-нибудь сильных зомби. О-о-о-о, навлепил-то тут, навлепил. Давай вот так вот сделаем с тобой. Что? Вот таким вот образом. Ну что, посмотрим. Наносит 2 единицы урона. Молодец, красавчик, ё-моё. У него, кстати, тоже одна карта. Да, мы с вами тут фейлимся, друзья мои. Ответочку, ответочку. Вот так вот. У меня должно быть на 1 единицу энергии больше. Так что давай. Вот так вот. Зомби, что он там влепляет? Чувака с пакетом на голове, блин, придурок. А что, у меня никого больше нету, что ли? Ну, давай вот этого даванем. Слушай, по-моему, я здесь проиграю из-за того, что у меня элементарно нету добора. Добора карты, понимаешь? Ага, что он мне тут дает? Наносит 2 единицы урона, вы получаете 2 единицы урона. Давай вот этого уничтожим. Чтобы наш подсолнух, как говорится, еще жил. Ну, неужели мне дали какую-то фасолечку? А он сейчас будет в зомбаре. Нет, не стал. Хорошо, я вставляю сюда фасольку. И уничтожим вот это вот чудище. Окей, смотрим, кто у нас здесь вылупится. У него тоже с картами проблема, не забывай. Только у меня энергии на 1 единицу больше. Кто появляется у нас тут? Амфибия и охота? Что это? Так, вытяните карту. Он вызывает еще себе помощь, блин. Твою же... Ух ты, а куда это? А что это он?
перепрыгнул сюда, я не понял. Зачем ты это сделал, песик? Можешь мне объяснить свой необдуманный вот этот поступок? Зачем ты сюда перебежал-то? Ага. Так, разместите два шампиньона. Вот, два шампиньона, это хорошо. Ну вот, по крайней мере, вот этих мы с собой уберем. Пиу. Так, пёся атакует. Нормуль. Так, у него карта. Ага, мы с тобой можем... Кто тут у нас? Так, что? Что он там делает? Высоковольтная ягода. Получает плюс один, когда другая ягода наносит урон при использовании шаманства ягоды. Получение случайной карты этого типа. Превращение из рассады. Слушай, а если я... Все растения получают плюс два к атаке. Ай, красава. Пошел-ка ты отсюда, зомби. Ты мне не нравишься. Ё-моё, ты прикинь, мы сейчас с тобой столько атак ему нанесем. Смотри. Тут, ну тут понятно, тут обмен. 4, 5, 9, да, и тут 2. Но у него там еще блокировка сработает. Это я тебе точно говорю. Смотри, ты, вот, первая блокировка. Две карты тянет. Ах ты засранец. Еще взял-то наверняка хорошие карты себе вытянул. Стопудово хорошие карты себе вытянул. Оу. Лавовый, да? Кого он там выставляет? Понял. Блин, вот специально под меня выставляет, да? Слушай, а мы же можем с тобой, по-моему, уничтожить. Наносит 2 единицы урона каждому зомби здесь и поблизости. Найс, ребята, сейчас пропишем ему. Ой, что? Опять тянет две карты. Да ты не приборзел ли, а? Карты тянет одну за другой. Ребята, две хпшки. А что это у меня растение куда-то исчезло? В чем проблема? Так, гроб. Гроб. Блин, горелый. Песи даже не стал атаковать. Что там зомби-астронавт размещает? Мне просто нужно нанести ему 2 единицы урона, ты понимаешь? И все. Ни больше, ни меньше. 2 единицы урона. Мне неким, кабачок не может бомбить. Так, ход зомби, ход растений. Понятно, у него-то карты, по крайней мере, есть, а у меня-то нету. Вот как хочешь, так и играй. Опять зомби-астронавт размещает. Создано телепортацией. Ребята, у меня нету никого, ты понимаешь? Мне бы какую-нибудь магию. Так, что это такое у нас? Что это такое? Уничтожает зомби здесь. Слушай, а мне вот здесь лучше сделать, да? Чтобы нанести ему урон. Пожалуйста, не уничтожайте мне вот этого моего. Не уничтожайте. Есть! Да какого шаманства? Трех любых карт в плане. Ё-моё, да назарабатывал там себе. Ну-ка, что мне туда? А зомби получает минус 2, минус 2. Получает минус 2, минус 2, да? Давай сюда сыграем. Уничтожим. Мы атаковать будем сегодня или нет? Мне дали какой-то грибок. Ну, ты смотри, что делает, а? Прикрылся. То есть все здесь, да? Заплодил. Так, начало хода вы получаете плюс 2 на этом ходу. Плюс 2 на этом ходу. Ну, давай. Что у него тут вылупится сейчас? Ну, естественно, конечно же, какой-то пират несчастный. Блин. Короче, ребят, если я сейчас буду переигрывать, а мне придется, скорее всего, переигрывать. Ох, сейчас тут навлупляет мне, да. Знаете, в чем проблема здесь? В доборе. Мне не хватало карт для того, чтобы еще радостно такой. Я ему сейчас отвечу, я ему отвечу. Может, не он. Я не знаю, ребята, стоит ли вырезать. Пишите в комментариях, стоит ли вырезать вот эти вот неудачные моменты. Если стоит, в следующей серии я буду только лишь выигрышные свои, как говорится, баталии выставлять. Короче, берем с вами нашего сила перса здесь не нужен. Где мой огонек? Я буду сейчас огоньком играть. Огонек здесь самое то. Выбрать. Поехали. Выполняем миссию.
профессор мозг атака. Он мне мозг просто выносит на раз. Так что шуточки с ним, как говорится. Поехали. Думает, я буду с ним тут шутить, что ли, любоваться на него? Нет, ребят, не буду. Так, шаманство трех любых карт. Он три карты себе берет в руку, ты представляешь? Вот так вот, друзья мои. Начинается, короче, веселуха у нас тут с вами. Ну, мы тоже, да, как говорится, не просто так здесь сидим и начнем, как говорится, атаку. Что там? Размещает зомби-астронавта. Я даже не удивлен этому. Я даже этому не удивлен. Причем он сразу... Почему он первый начинает ходить? Ушлепок этот, а? Какого, блин, перепуга? Он начинает первым всегда ходить. Объясни мне, пожалуйста. Так, начало хода 1 плюс 1. 1 плюс 1. 1 плюс 1. Так, на ландшафте получает плюс 3. Ясно, это не ландшафт нифига, да? Ладно, хорошо, давай попробуем обменяться. Да почему он первый-то ходит? Что у него там, блин? У него ничего такого нету. Понимаешь, почему он ходит первым? Засранец, блин, несчастный. Раздражает просто уже. Так, я могу сюда поставить кого? Ну, сюда вот грушу, да? А нужно ли мне сюда грушу ставить? Давай вот так вот влепим. Так, и это что у нас? Растение получает 2. Вот, вот так вот сделаем. И фасолину сюда. Да, мы сейчас, короче, получим с тобой урона, я не спорю. Но он своего астронавта тут, как всегда, влупляет, блин. И что? И 2 единицы мне наносят. Трындец просто. Просто трындец. Давай, фасолька, в кого-нибудь нормального превращайся мне. О, вот это неплохо, кстати. Ну, естественно, он сейчас начинает тут вызывать карты, вытягивает. Понятно, все, понятно. Еще карту вытянул себе. Зашибись, у него набор в руке идет. Так, отлично. То есть на первое время мы пока здесь еще протянем с тобой, да? Если он, конечно, сейчас что-нибудь не вычудит. Минус 2. Защита. Так, это у нас наносит 3 единицы. Вот этого, пожалуй, уберем отсюда. Так, у нас с тобой преимущество в данный момент. Пока преимущество. Я знаю, что этот шар-дракон ему поперек горла стоит. Что? Кто ты? Кто такой-то вообще? Кто, откуда ты взялся, хмырь? Давай так, наверное, с тобой поставим. Дай другому растению плюс 2. Камон, ну давай вот здесь вот поставим. Нам нужно побольше нанести ему урона вот этому вот магу. Черт его. Откуда у него такие карты-то, а? Набрал, блин. Ответочку, пожалуйста, ему. Вот так вот. Ух. Так, у нас с вами гриб какой-то. Что он-то сейчас будет делать? Это кто? Что это за бомжара тут вылез? О, а вот это круто. Смотри. Вот этого мы можем с тобой законтрить. Ну, пока законтрить, да? Вот таким вот образом. За каждое растение плюс 2 он получает. 8. Хо-хоу. Добьем, короче. И добор. Тоже будем делать с вами добор, как и он. Оу. Было бы у меня энергия, я бы сейчас вот этого просто звезданул бы. А так не хватит. Так не хватит. Ну, что он там? Что-то задумался. Что-то задумался. Что-то... Неладное, ребята, он хочет сделать. Наносит 2 единицы урона. Ты прикинь? Ты прикинь, что он сделал? Что он там еще хочет? Какое-то коварство там вешает. Смотри, что это такое, ребят? Какие-то... Не знаю, что это, влепил он. Дэнс. Обалдеть. Так, ну этого уберем. Так, этих танцоров мы с тобой разберем. Тут, в принципе, волноваться нечего. Вот кто меня больше волнует. Вот этот вот говнюк. Его убираем к ядрене фени отсюда. Дальше мы с тобой сажаем вот этого паренька. И... Подожди, фасолька. Фасолька, это, конечно, хорошо. Вот так вот мы с тобой сделаем. Так. И вот так. Ну, посмотрим.
Опять вытягивает две... Да у него там карт просто целая рука. Ты посмотри, у него просто лютый добор. Еще две карты тянет, блин. И... А, две единицы. Пипец. Просто жесть. Ладно, наказываем. Так, на 5 единицах, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, будет у него... Почему мой гриб исчез? Бомбануло на ее сейчас, зашибись. Ох ты, три стрельчик появился. Слушай, прикольно, под грибом сразу запаниковал. Смотри, 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 сразу засуетился. Я понимаю, почему он суетится. Давай так сделаем с тобой. И вот так. Все? Что он сейчас будет делать? Окей. Растение наносит бонусную атаку. Кто? Давай вот так вот сделаем. Норм. Слушай, норм. 4. 1. Что? Что ты сразу, да? А? Затрепыхался. Ну что ты, что ты? Это тебя не спасет. Вот это тебя не спасет, дружище. Так, давай. Там лазеры, это фигово, да? Это нас будет уничтожать. А мне делать нечего, ребят. Мне придется вставлять. Хочет это или нет. Погнали. Одну атаку, всего одну. Твою же макарошку, а. Ты это специально сейчас сделал, да? Ниндзю еще какого-то призвал. Атакуй. Так, бомби. Есть. Да, ребята, вот тебе и чувачок, да. Сильный, крепкий, ничего не споришь. Но опять же хороший подбор картишек делает свои результаты. Ё-моё. Блин, тут все нервы свои положишь. Тут все нервы свои, ребята, оставишь на этой игре. Ну, все ради вас. Ребят, короче, у нас с вами будет последний бой, да, с этим, с Громилой. Но сейчас я уже не буду драться. Давайте мы с вами это отложим до следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.